Здорово, ребята. Ну что, пора открывать сезон, так сказать, в Тулайте на Минском море. Сегодня приехали вот на 8-й пляж, на Краб, это место. Попробуем покидать вообще, что тут после зимы. Первый раз здесь пока прокатился. До этого был заехал, посмотрел. Ну, люди в основном клейку ловят. Ну, сейчас мы поглядим, что тут будет браться. А вон уточки, видишь? Вон уточки даже есть. Первый окушок прям. Смотри, Мишута, какой окушок. Выпустим его? Давай выпустим. Давай. На, пока. Ну, первый, ну пока сына не хочешь отпускать. Потом поддержишь и выпустишь, хорошо? Давай. Ну, это, наверное, вот запрос, наверное, такой. Шестой, наверное. Тяжело закидывать против волны сегодня. Прям ветер очень такой встречный. Блин, ну ветер, конечно, просто колоссальный встречный, не пробить его. Вот 2 грамма летит. Блин, 2 грамма вообще почти там не пробивает. Там в 2 раза меньше, чем обычно кидается. Ну, окушки стоят. Единственное, что просто проблема провести. То есть ветер, получается, подхватывает плетню и начинается по волнам там вот как-то наскакать непонятно, и чуйка так, плохо чувствуется по клевке. То есть ты уже начинаешь подводить, он уже сидит. Так, ну, может, сегодня, по крайней мере, рыбу не поймаем, но вот рака, наверное. Рака мы, наверное, сегодня поймаем. Опа! О! Какое расчело! Рак! Ничего себе! А, вон с икрой, видишь? С икрой рак. Видишь, какой рак? Больно. Кусается, больно он. Зачем? Не надо пакетик. Вот, поиграйте и отпустим, хорошо? Не надо пакетик ложить его с рыбкой. Куда ты так кидаешь? Не надо было кидать. Ну, надо было аккуратно отпускать, Джули. Так, ну что, второй? Поможешь второй, на... да? Поможешь на ручки держать. Как на ручки? Так. Хочешь держать? Угу. На. Сунь пальчик. Все сжимай. Большой пальчик сжимай сюда. Вот, и так и держишь. Ой. Ну-ка, покажи. Покажи рыбку. Грязная. Покажи. Грязная. Грязная, ничего страшного. Ну, такая вот, да? Отмоем. Вторая, которая попалась. Отмоем. Вон утки, смотри. Ага. Типукай. Видишь утки? Папа, не летать. Летает, ну конечно, это шутки. Я попробую с рукой вон дать. Ты тяни. Хочешь попробовать? Не бойся, давай. Не укусил он. Ты больно. Нежно брал, да? Ты палку ебали. Прикольно? Просто драк. Что еще? Шок здесь взял себе. Под берегом. Ну, это получше, конечно. Немножко. Ну, ветер, очень прям ветер такой хороший. Прям 2 грамма эти сбивает только в путь. Так, секундочку покажем. О. Ну, такой окушок. Ветер прям вообще, вот ты кидаешь эти 2 грамма. Они или вроде летят, а потом ветер обратный, такая дуга получается. И, по сути, далеко не закидывается. Возле самого берега, возле самой плиты. О! Хотел удовлетворить. Возле самого берега такой вот. Потом уже думаю, сейчас доставать буду. Вот. Блин, вот прям вот возле самого берега. Сейчас достану. И он бах.
Ну, в общем, что сказать. Можно, в принципе, ловить. Уже подходит окушок нормально. В принципе, на 8-м пляже. Можно кататься, значит, все-таки уже хорошо. О, еще хороший, прям под самым бережком так подошли. Опа. Смотри, смотри, какой у нас. Ох, сын его пока проказничает. Смотри, держи тебя, окушок. Аккуратно, может поколоться. О, разбирайся с ним. Вот. Блин, вот под самый бережок пока что, конечно, трудно закинуть, там проводку провести сложно. Но вот где-то вот буквально метров, ну, 15 вот так в этой линии. Оно, конечно, главное закинуть и вот выждать паузу секунд 5. И все окей. Вот. Так, так, так. Это хорошенький тоже. О, смотри, Мишу. Какой. Ну вот. Что, так тоже хочешь? Давай, держи. Сжимай пальчик. Опа-на. Покажи. Покажи окушка всем. Покажи. Вот так. Ага. Прикольно, да? Ну вот такие, блин, вот они вот не часто клюют, но раз минут 8-10 там такая поклевочка ощущается все-таки. Приятно. Еще сразу так подошли чуть-чуть. Ближе к вечеру, конечно. Опа, стой. Что, будешь? Давай выпустим, может, его. Будешь выпускать? Надо. Собирает. Ну, собирай давай. Вот этот. Не отпускает ни одну рыбу. Со скандалом только. В общем, такая рыбалка получилась, ребята. Ну, все-таки уже можно нормально приехать, половить. Вот. Ну, подходит окушок нормально. В принципе, еще раньше можно было уже ловить. Ну, вот, как-то такая вот выдалась рыбалка на всем пляже. Поставь лайки в окусике.